Добрый день, друзья, с вами не договорились. Мы продолжаем прохождение игры. Сами знаете, какой я заебался произносить ее название. Итак, мы на финишной прямой, я снова повторюсь. Мы только что прошли лесопилку, побегали, познакомились с ребятами, которые любят пилить дрова. Ну и также, конечно же, людей. Сейчас мы направляемся в зловещее место под названием какая-то там Флошбургер... Что-то такое. Это крепость Гитлера в горах, в Румынии, который пытается найти гроб Дракулы. Не знаю, звучит, как будто бы я шизофреник со стажем лет 5-10. Но это просто разработчики игры, так что нихуя не знаю. Обследуйте место раскопок. Да, походу они правда искали тело Дракулы. Ну, короче, они просто решили... Уже все сюда, просто вот все уже сюда засунуть, блядь, все, что только можно. Марш работать, сука. Коммунизм вперед. Угу. Вопрос, а нахуя вот это все было делать? Это ж со своими же солдатами, я правильно понимаю? Какой-то был флешмоб, я его испугался смотреть из-за скелетиков, потому что я думал, что сейчас пойдет толпа, но надо было посмотреть, короче, какой-то штурмбанфюрер, ну или, не знаю, бригаденфюрер, или просто вождь, сам Гитлер, может быть, Гиммлер, короче, кто-то из высших таких чинов в Германии сейчас только что пиздел про что, про то, что в ад. Понятно. Сначала кажется, что так простенько, да? А сейчас вот, наверное, вот если я сейчас не успею сделать это, пока их не толпа, блядь, потом они хуй мне это дадут сделать. Не, ну хотя... Хотя, ну ладно, в принципе, сейчас... А, ну да. Как и ожидалось. Ладно, может сейчас принцип гранатами закидать нахуй сработает. Интересно, как эти черепки из ППШ сбиваются? Вообще заебись. Давай, давай, ну ко мне иди. Так. Блять, 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 быстрее, 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 быстрее. Быстро, 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 быстро. Все, все, успели, спокойно, спокойно. Время есть еще в запасе. О, все, прекрасно. Я не выдержу, всхлипывает. Я нашла его, ох, это было ужасно. Лиф, 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 покинь, 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 покинь. Короче, мы сейчас тут какую-то всю историю какой-то бабы с ее печальным концом... Ну, точнее, концом ее печальным муженька. Так. Короче, ее захуярил этот мужик с бензопилой. Возможно, это вообще был ее муж. Так, сейчас мы идем гулять на канатную дорогу. Прогулка будет нелегкой, конечно же. Ну, тут у них... Да, сейчас, скорее всего, мы будем пиздовать куда-то назад постоянно. Так что надо что-то поставить, мне кажется. Ну, или у меня паранойя уже от этой игры. Хотя... Нет, я сейчас уверен, сейчас определенно что-то будет. И нам придется очень далеко отступать назад, если мы хотим выжить. Хотя, может быть, я зря сейчас проебал фугас. А нет, скорее всего, это так и будет сейчас. Потому что... Уж больно тихо все. Опять этот какой-то огненный, блядь, языческий постамент. Я, по-моему, в Son of Rome видел что-то такое в игре. Ну, походу, зря проебал. Подайте питание на станцию. Окей, сейчас подадим. Так, кто отсюда полезет к нам? Угу. Да все, встань ты, ёбаный.
пережить осаду. Нет, походу я зря приебал фугас. Блять, еще эти бронированные суки. Поплотнее, поплотнее, друзья, поплотнее. Не стесняемся. Опа! Опа! Не, не получилось. Нет, зря я проебал. Ёбаный в рот! Ёбаный в рот! Сука! Это очень хуёво, блядь. Пиздец вот это, конечно. Пиздец, просто. Блядь, сколько их здесь? Вот, ребят, сколько? Давай уёбывай, Боря! Боря, ну ползи, блядь, ну... Понятно, блядь, все. Короче, с тобой нахуй, все с тобой понятно. Как я это сделал, по-твоему? Просто так, блядь, получилось? А вы когда-нибудь кончитесь, ребят, не? Иди сюда, милок, иди, иди сюда. Сюда, сюда, иди. Во. Блять. Пиздец. Уебываем нахуй отсюда. Они еще и отсюда лезут. Ну, блять, ну куда-то вообще не айс. Попробуем еще раз, последний раз. Борис, возьми себя в руки. Как ты залезал, блядь, сюда? Заползал, точнее. Если хотите. Так, Борис. Да ты куда, блядь, стреляешь? Ты вон этого пидора. Сейчас забьют, нахуй. Как собаку. Вот против него, блядь, вот против него дробовик пиздец нужен. Вот, вот как раз против кого он жестко нужен. Я смотрю, их меньше не становится, в принципе. Это значит, что надо это... Короче, мочить этого, походу. Все, у меня все, что взрывается, блядь, закончилось, в принципе. Этот пидор, он так и будет за мной бегать. Пока не угомонится. Ой, ну все, пиздец, я себя загнал. Ну все, пиздец, ребят, все, все. Я загнался, нахуй. Ой, сейчас все заново, блядь, да? Да, все заново. Да, друзья, вот так вот все придется проходить снова. И, честно говоря, пока этот пидор за мной бегает, я понятия не имею, как это все пройти. Единственное, что я знаю, с какой стороны он подойдет, и что нужно туда поставить растяжку. А я хуй знает, вообще это помогает против него или нет. Эти сразу две, блядь, поставим. В ожидании, так сказать, чуда. Пидор, давай, где ты? Ну выходи, блядь. Давай, 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 выходи, выходи. Охуеть. Вы чё, ебанутые, блядь? Вы чё, ебанутые, нахуй?
Ты посмотри, где растяжка стоит, мудила ты ебаная, штопаная, чтоб тебя, блядь. Че, ну, блядь, взорвите меня уже нахуй тогда. Ой, блядь, все понятно. Пиздец, ебанутый, блядь. У вас это, блядь, это растяжка, нахуй, или это что это, блядь? Перед собой кидай, уёбывай. Блять, уёбывай, я тебе говорю, сука. Прекрати свои, блять, водить свои пируэты, ёбаные. Давай, давай, пока... Ура! Все, теперь главное не сдохнуть. Все, найти позицию нормальную. Их просто дохуя, просто их огромное количество. Но по идее, если они не будут респауниться, поскольку я завалил этого пидора, то все, сейчас надо просто себя в руки взять нормально, хоть найти позицию. Так, ага, это с этой стороны, эти с этой. Давайте на второй этаж поднимемся. Вот. Вот, если что, нам есть куда съебывать. Давайте, 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 давайте. Ну-ка, 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 ближе, ближе, блядь. Давай, давай, еще раз. Ближе, ближе, сука, дай. Отлично, 12. Ну, бля, у меня такое впервые, пацаны. Бля, буду. Такое впервые. Все, главное, этого пидора успели завалить, это самое главное. В принципе, сейчас с этой ордой ебаной разберемся сейчас. Только я могу целиться в одного зомби, а попадать в другого совершенно. Блять, сейчас устрою вам тут. Изо всех щелей, блядь, откуда только можно. У вас вообще количество-то кончается хоть? Вот это, вот, блядь, блядь. Как бы сейчас не сдохнуть. Пожалуйста, не сдохни, Борис, я тебя умоляю, Боря. Боря, возьми себя в руки. Борис. Блядь. Сука ёбаная. Все заново. Придется этого пидора заново мочить. Блять, вот впервые такое. Стыдоба, блять. Просто с кучкой зомби не справился. Очень, блять, стыдно мне на самом деле. Все так по плану шло, хорошо. Ладно, бежим, ставим растяжку пидору этому. Давай, давай, Борис, блять, нажми. Ставь нахуй, вот, блять, прям вот отсюда, посюда, блять. Ты что ты делаешь, блядь? Черт галимый! Блядь. Сука, ебаный. Ребят. Я не мог... Блядь, даже, блядь, говорить не хочу, чего мне нахуй стоило убийство этого пидора с бензопилой. Но... Теперь я понял самое главное. Бегать в доме от них, это, блядь, бестолку. Вот так вот весело. Я сейчас бегаю по лесу, за мной бегают мои друзья. Они очень хотят дружить. Вроде бы я, наконец, заметил, что они перестали респауниться. То есть это значит, что, блядь, их предельное количество, ну, теперь уже не пополняется. Ну, короче, пиздец. В общем, все, просто посмотрите в эту кучу и видите все сами. А, нет, они продолжают. Нет, они продолжают респауниться.
Как ни в чем не бывало. Короче, я бегаю от них по всей карте. Их просто дохуя. Ну, в общем, топтать их ногами без толку, они меня просто забьют, как собаку. Вот. Так скажем, от основной массы вот так вот перебегаю из стороны в сторону, стараясь допиздить. Не понимаю, может быть, я что-то неправильно делаю, может, надо кого-то убить. Но это уже на самом деле долго происходит. Это вот я не только сейчас вот его загасил, этого с пилой, блядь. И вот решил зайти. Нет, их там дохуя, вон они респаунятся. Все равно. Блять, да это можно тут хедшоты можно ставить через каждые 2 минуты. Вон опять. Вот, да-да-да, вот тут вот сбоку двое. Вот тут трое всегда вылезают. Надо пережить осаду. Пережить осаду. А. Вот типа все, да? А, вот то есть теперь вот мы только начинаем переживить осаду. А, нет, это я нажал значок миссии. Я не знаю, сколько, блядь, ее переживать. У меня осталось 41 патрон. Патроны где-то внутри здания. Не, вроде их на самом деле поменьше стало. Может быть, я преувеличиваю. Ну ладно, сейчас. Может быть, сейчас ППШ поможет решить этот вопрос с незаконными иммигрантами. Ну, вроде да. Да, вроде поменьше. Ну, потому что то, что было до этого, это просто уму непостижимо. Это был такой пиздец, просто адский. Вместе с этим лохоебом с бензопилой их было. Даже страшно придумать просто сколько. Ну, человек за 50 точно. Ну, все, да, вроде. Погустели. Самая, действительно, самая тяжелая осада пока за все время игры. Что она такая самая, ну... Не сказал бы мандражная, а вот именно самая такая тяжелая в движении. Пожалуйста, только не говорите, что у вас еще сейчас тут будет хуй вот туча. Ребят, наконец-то мы это сделали. Слушайте. Ну, мы это сделали, короче. Ну, это пиздец, на самом деле. Вот это, конечно... Это уже супер и мега хард, блядь. Нечего сказать. Да, миссия пройдена. Можно было, блядь, сразу это сделать. Забить хуй на них, сесть спокойно в вагончик и поехать, блядь. Ну, видимо, нельзя. 284 убийства. Охуеть просто. Такого не может быть. Вольтершлосс, замок Гитлера в горах. Пробраться туда будет непросто. Выбраться оттуда еще более сложнее. Загадочный ключевой... Камень, который вы ищете, находится где-то внутри. Какие ужасы ждут вас там? Сейчас посмотрим, какие ужасы ждут нас там. Угу. Обосрался, что ли, блядь? Штаны так раздули.
Так, а там что будет, если мы посмотрим? Там нихуя не будет. Даже страшно подумать, сколько их здесь, блядь, будет. В замке их любимца. Это как типа дополнительная миссия или чё? Понятно. Как можно было делать плакаты для зомби? The Führer's expeditions have been raiding burial sites across the globe and taking their contents. I believe there's such a site right under this castle. My research convinces me there is a treasure in that crypt. It should be in a secret compartment under one of the coffins. The Führer may have missed it. Ясно. Приблизьтесь к замку. То есть они вот так спокойно тут сидят, двери напрочь открыты. И вообще можно не париться. Ну и где? Где провизия-то? Или не нужно? Ну куда ты встаешь-то, блядь? Лежи, отдыхай. Какая кровать, какие красивые цвета. Наконец-таки в этой игре, посмотрите. Прям радует глаз, как все мило, красиво. Вот хоть один какой-то, какая-то темень, блядь, зло, тьма, ненависть, убийство. А вот какая-то прекрасная картина, а? Посмотрите. Не, ну нет, ну давайте туда сбегаем. Ну-ка, мне интересно, что там. Если какая-то нелинейность появилась, ну то есть можно хоть куда-то еще сбегать. Давайте обязательно сбегаем туда. Так. Не зря мы сбегали. Вот это точно, вот не зря. Чует мое сердце, притчер. Чует, дедовский, дедовской, ёпта. Все равно не буду притчером называть. Ага. Погнали. С ним прям на душе легче становится. Эти там сидят двое, блядь, как ни в чем не бывало. Зомби сидят в замке, да? Что-то мне не хочется внутрь замка категорически. Что это за хуйня там с такой железной головой-то? Как ее кокнуть-то? Пиздец, что это за хрень-то моржовая? Подстреливать, что ли, немножко тут, пока возможность есть. А то тут все, блядь, вперемешку и скелеты, и какие-то хуи бронированные. Я вообще таких раньше не видел. Я видел, который чуть-чуть, вон, которому я сейчас каску сбил. А вот это там что ходит за мопсель, блядь, шмопсель. Ну, простых самых давайте поубиваем. Ну давай уже сними броню, каску-то эту, блядь, ёбаную, во. Ладно, хорошо, не будем читерить. Ну хотя это не читерство, блин, это облегчает задачу же, пипец. Ну попади в скелетик, это его вороны клюют. Понятно, скелетику похуй. Так, нам сюда надо? Или сюда? А, сюда мы никуда не пройдем, ладно. Ну пошли сюда. Ой, ребят, давайте уже это в следующей серии. Чует мое сердце, это добром не кончится. Повторюсь, нам осталось чуть-чуть. Наверное, я скажу то же самое в начале следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.